Окончательно и бесповоротно. Приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди, на аппарате Don't Knock Twice, не стучи дважды. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем проходить эту ужасно страшную игру. Так, после захода в игру меня поставило вот сюда, как будто бы я зашел через дверь, видимо. Так, стоп, а где... Где наша свеча? Что-то игра немножко подзависла на телефоне. Ничего, свеча появилась. Я уже испугаться успел. Так, мы сюда спускались, чтобы здесь матрешку разбить, да? Ага, значит, нам снова наверх. Это мы все читали. Про пропавших детей. И я уже боюсь, потому что наверху в прошлой серии мы видели нечто страшное. Какую-то тварь. Вот именно что нечто. Непонятно что. Непонятно что. И нам нужно именно туда. А, да, мы ведь ключ ищем, чтобы открыть вот этот шкафчик. И почему-то стало очень тихо. Вот где-то там была жуткая-жуткая тварь, которая в левую дверь зашла. Ну и само собой мы пойдем именно туда. Так, а здесь вообще есть электричество в этом доме? Ну, проводов я, по крайней мере, не вижу. Тихо-тихо, так, все, я уже боюсь. Ты твою ж дивизию. Но эти следы тоже ничего хорошего не внушают. А там не дверь, подождите, там ниша. Так, это свеча или нет? Нет, это лампа. Тихо-тихо. Эта тварь как-то прошла сквозь стену. Я ужасно боюсь, ребята. Вот эта игра реально умеет пугать. Я постоянно боюсь, что сзади кто-то появится. Вот просто, не знаю, чувство такое, что вот появится сейчас что-то, и мне придется бежать. Хотя здесь прямо дверь рядышком. Но все же. Дневник Джесс, то есть наш. 16.10.2016. Хотелось бы, чтобы Бен был здесь. Все иначе, когда его нет рядом. Он был моей поддержкой, оказывал помощь при деле об опеке Хлои. Он был прав, когда говорил, что прошлое изменить нельзя. И самое главное, пытаться жить правильно сейчас. То, что больше всего пугает в рождении ребенка, это не боль и бессонные ночи, но любовь, которой тебя никто не приготовит. Я любила Хлою, когда она родилась, когда я была под кайфом, когда отдала ее на удочерение, когда нас разделяли тысячи километров. Даже сейчас я люблю ее. Она моя, и я никогда больше не позволю отнять ее у меня. У меня ощущение, что Джессика отдала Хлою на удочерение, но потом, видимо, пыталась ее обратно удочерить, то есть вернуть себе или как. Так, а вот это совсем нехорошо.
А вот это что там такое? Это статуя, похоже. Я надеюсь. Но, по крайней мере, оно не шевелится. Так, матрешки нету? Вон матрешка вроде, но... маленькая совсем. Еле заметил ее. Боюсь подходить к окнам. У! Так, дверь, еще одна дверь и что-то слева. Так. Здесь фотография в рамке, посмотрим обязательно. Но давайте сначала здесь все смотрим. Да, это действительно просто статуя. Фух. Мне стало как-то спокойнее. Тихо, тихо, тихо. Что за скрип? Статуя матери с ребенком, с младенцем. Что это? Так, ничего важного, видимо. Так, журнал по декорированию помещений. В общем, всякий хлам. А к статуе я все равно боюсь подходить. Вот это что такое? Тоже статуя. А, ну в принципе мы ведь играем скульптором. Джессика, она же ведь скульптор. Так что это, видимо, наша статуя. Твою ж дивизию! Я не зря боялся подходить, офигеть. А ты нам ничего не... Он показывает. Я еще как раз хотел сказать, заметить, скажем так, что ребенок по цвету как-то отличается от вот этой статуи. Блин, у меня ощущение, посмотрите, как сделаны ее глаза, как будто вот она их откроет потом. Это слишком реалистичная статуя. Так, он или туда на записку указывал? Или вот здесь тоже что-то еще есть. Стоит проверить на всякий случай. Хотя нет, ничего здесь не наблюдаю. Фух, ну ладно. Возьмем уже записку. Опять-таки наш дневник, 11-10. Последние несколько дней было очень тяжело. Хлоя ненавидит меня, но я ее не виню. Я пытаюсь загладить вину, чтобы она увидела, что теперь я могу позаботиться о ней. Позволить им забрать ее у меня было самым трудным решением, которое я когда-либо принимала. Но оно было верным. Мне была нужна помощь. Иногда, да даже сейчас, я не могу уснуть и жажду еще дозы. Слава богу, я могу отвлечься работой. Прошлой ночью я несколько часов провела в студии, работая над скульптурой. Я еще недовольна результатом, но в итоге все должно получиться». Жаль, что я не могу сказать это о наших с Хлоей отношениях.
Ну, по-моему, скульптура уже просто идеально реалистична. Так, это мы не можем. Можем. Так, ручку не взять. Ага, взять, но нам не нужна. Ладно. Ой, 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 ой. Фух, это... Чаша это там появилась... Ребенок пропал! Какого? Твою дивизию? Идите колотить. А что тут? Что произошло? Ладно, ладно. Допустим, так и надо. Все хорошо. О! О! А! Стоп, эта статуя здесь была или... Подождите, он ведь... Нет, это не он. Здесь была эта статуя? Ребята, возможно, я схожу с ума, возможно, у меня паранойя, но, по-моему, здесь этой статуи не было. Я теперь боюсь поворачиваться спиной. Еще и звуки эти страшные. Ёлки-палки, я боюсь туда идти. Ужас какой. Фух, так нет, ничего не двигается вроде. Нет, наверное, она там все-таки была. Просто у меня едет крыша. Да, ребенок пропал. Красота. Возможно, он символизирует Хлою. То есть ребенка, которого потеряла Джессика в итоге. А почему эта чаша летает в воздухе? Слушайте, мне это не нравится. Хотя, смотрите, она летает над символом. Сейчас рассмотрим поближе, что за символы. Возможно, нам придется найти все предметы, чтобы они там оказались. Так, теперь меня пугает вот эта статуя. А что это там лежит? А, там банка какая-то лежит. Ой-ой-ой-ой. Вот... Эта игра невероятно качественный пример хорошего хоррора. За нами никто не гонится. Нам не нужно воевать, сражаться, убегать от кого-то, но при этом страшно просто до усёру, в прямом смысле слова. Да никакие аутласты в жизни так не напугают, как пугает эта игра. Так, вода. Чаша. Окей. Так, что это у нас? Вот тот воздух, видимо, там ветер. Там огонь. А это что? Передняя сторона. Джессика Уэбб Томас. Победитель премии «Сапфир 2016» за достижения в области культуры. Задняя сторона – вода из колодца для очищения душ невинных, что она пожирает. Ага, это подсказка, возможно, была, но я даже без подсказки как-то справился. Эй, ну я хотел аккуратненько поставить, не получилось, к сожалению. Так, эта дверь, видимо, закрыта, нам туда по-любому. Хорошо, но вначале мы еще здесь осмотримся. Само собой. Да, заперто. Ой! Так, телефон. Это Хлоя нам пишет. Зачем ты со мной это делаешь? Умри!
Возможно, Хлоя думает, что это мы ее пугаем. Где? Где? Не, ну так и помереть недолго. Я до старости точно не доживу с такими играми. Ой, ёлки. Закрой. Ладно, не закрывается. Так, в микроволновке нельзя ничего сделать. Не спрятан там ничего секретного. Тихо. Блин, это уже какой-то Silent Hill пошел. Само собой заперто. Ну, само собой. Что вот это такое? Распылить? Ой. А, Е, распылить. Ладно, наверное, нам это понадобится. Так, картинка не особо приятная. Кто-то детей отдает демону. Это и есть та городская легенда, то есть постучав дважды в дверь, открывается путь для какого-то демона, который забирает детей. Развернись, развернись. Там что-то написано. Так, надо отойти. Во. Так, ну написано все равно не по-нашенски. А, вот. В славянском фольклоре Баба-Яга – это сверхъестественное существо, представляющее собой уродливую, свирепую женщину. Она является наидревнейшей, темной ведьмой. Обитает в чистилище и питается детьми. Она не может просто взять и пойти охотиться на детей. Их нужно принести ей в жертву. Считала, что таким образом сможет побороть саму смерть. Ну, немного, конечно, не так. Но неважно, в игре все нормально. А вот распылить, почему мы будем распылять. Потому что так ничегошеньки не видно. Ух, сколько статуй, как они меня пугают в играх. Статуи, манекен, особенно вот такие вот, посмотрите на это. Еще и... Так, мне ведь показалось, что рука шевельнулась. Я ведь просто параноик, да? Если бы он в этот момент, не знаю, пошевелил черепом бы, я бы умер на месте. Просто вот умер бы. А здесь не было головы? Ёлки-палки. А, нет, вот зачем распылять. Чтобы пройти дальше. Стой там. Пожалуйста, только не беги за нами. Не надо, не двигайся вообще. Пожалуйста.
Матрешка! Почему я ее не заметил раньше? Или она только появилась? Она... А вот зачем она появилась, чтобы напугать нас тем, что статуя пододвинулась. Ёлки-палки. Слушайте, а статуя что, реально будет двигаться? Слушайте, этого не хочу, я слишком боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, не... Не надо бросать. Может быть, она двигается каждый раз, когда я... Да, смотрите! Ой, что за звук? Закрой, пожалуйста, закрой, закрой, закрой! Я надеюсь, она не пройдет сюда. Блин. И туда открывается. Так, мы туда можем пройти, а сюда? Сюда нет. Ладно. Пожалуйста, статуя, не надо, только не надо. Не надо двигаться за мной. Я слишком сильно боюсь. Что там был за звук? Не надо, статуя, пожалуйста, не надо. Кто? Где? Кто? Кто? Где? Кого? Когда? Что? Это Хлоя! Ее забрало что-то! Так, в дом мы... Да и ёлки-палки, нажимаю левую кнопку мыши вместо того, чтобы нажать Е. Эй, а распылитель больше не работает, кстати говоря. Свечка на нем потухла. Видимо, больше он нам и не понадобится. Давайте его положим здесь тогда вот, где-нибудь. Вот так вот. Либо нужно ее зажечь обратно. Нет, не получается. Ну да, в принципе, он только для того, чтобы растения те сжечь. Что здесь на столике стоит? Я это смотрел или нет? А, кормушка для птиц. Да что тут такое? Конечно, эта ситуация со статуей меня страшно напугала. Я чертовски боюсь. За мной пришли. Это все моя ошибка. Да, наверное. Передняя сторона. 9-летняя Хлоя и ее любимая кукла Руби. Задняя сторона. Огонь для приготовления ее холодного мертвого сердца. Ужас. Просто ужас. А это что? Так, ритуал призыва. Духовный самоцвет аметист. Водяной самоцвет сапфир. Огненный самоцвет рубин. Земной самоцвет эмеральд. Воздушный самоцвет, бриллиант, дух, вода, огонь, земля, воздух. Так, это нужно запомнить или нет? Наверняка нужно, но я потом за кадром уже перепишу это во время обработки видео. Какие камни нам понадобятся для чего? Это браузер, то есть...
Сайт, который нашла Хлоя, видимо, и решила выполнить этот ритуал призыва. Возможно, чтобы насолить своей матери Джессике. А может быть, из любопытства. Да что ж такое? Опять я испугался. Всего лишь телефон. Прости, пожалуйста, помоги. Эти слова были ошибкой. Ах, вот ты как ты теперь заговорила. Ну, само собой, мы поможем тебе, ты ведь наша дочь. Так, первый этаж. Карта. Кухня, вестибюль, гостиная, игровая комната, подвал. Слушайте, возможно, это тоже нужно как-то запомнить. Мы сейчас находимся... где мы находимся? Мы находимся, видимо... Получается, если вот вход был... Мы сейчас в третьей комнате. Комната рисования. Или мы сейчас в игровой комнате. Как мы это... А, там тоже справа через коридорчик есть вход. Да, лестница справа. Правильно, мы сейчас в игровой комнате. Но здесь нет никакой отметки, куда нам нужно. То есть это просто... Зачем-то карта. Так, ничего важного. Кто-то так забрал Хлою, что даже сапоги ее здесь остались. Нельзя кинуть. Так, дартс. Люблю дартс. Нельзя дротик взять. Опа. Эй, так нечестно, я ведь попал. Он не закрепился там, не удержался. Так, ладушки, ладушки. Тихо, 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 тихо. Стекло. Так, где еще можно свет зажечь? Вот. Хорошо. Так, эту фотографию мы уже видели, по-моему. Так, еще сапог. А сколько ног было у Хлои? Раз, два, три ноги. Ладно, допустим, окей. Хлоя у нас трехногая. Тихо, тихо, тихо. Ну не надо, не надо. Я знаю, что мне туда нужно. Но я хочу сначала здесь все смотреть. Десять тысяч лье под водой. Этой надписи не было. «Ты моя» написано. А кому это адресовано? Так, и здесь тоже нужен ключик. А что-то у нас пока что вообще нет никакого ключика. Ни одного мы не нашли. Либо я такой невнимательный, либо их потом нужно будет находить и возвращаться сюда. 9.05.16. Бен Томас от имени Джессики Уэбб Томас. Тем, кого это касается. Я знаю Джесс уже более 5 лет, и 3 из них мы были любящими мужем и женой. С большой частью и привилегией пишу я эту характеристику на нее. С большой честью, то есть и привилегией. Она моя вторая половинка, страстная, любящая и заботливая женщина. Ей можно рассказать о своих проблемах, она мой голос разума. И я был бы рад, если бы она стала матерью моих детей. Я считаю, что лишить Джесс ее дочери, значит лишить ее всего, что она может предложить, а также шанса загладить свою вину. Мы знаем, что она совершала ошибки, но я искренне верю, что сейчас Джесс будет делать все, чтобы Хлоя чувствовала себя в безопасности, счастливой и любимой. Она изменилась, стала успешной,
Я действительно считаю, что она заслуживает второй шанс на материнство. С уважением, Бен Томас. То есть, получается, что она не сама отдала Хлою в приют. Хлою у нее забрали, видимо, из-за того, что Джессика была наркоманкой. Жалко, что она не горит. Было бы очень атмосферно. Можно поиграть в баскетбол. Написано, по-моему, говном. Почему-то мне так кажется, реально. В общем, Баба Яга здесь обделалась. И решила еще стены вымазать. Ладно. Понимаю, что несу бред, но, по крайней мере, от этого как-то спокойнее становится. А значит, что, ребята, давайте мы, наверное, здесь уже остановимся. Впечатление уже море за эту серию мы получили. Ситуация со статуей вообще меня просто чуть ли не до седых волос довела. Так что спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.